выиграл. Так, надо удалить мне это Silent Hill как-то. Да, удаляй, отписывайся. Я даже не знаю, как это сделать. Только если в чат зайти... Заходишь так же, да. Ссылку. Заходишь, просто отписываешься. Ох. Блин, можешь подать документы на грин-карт? Просто по приколу. Подай. Не, блин, Silent Hill чисто просто в конце какой-то бред сделали. Да. Ты смотрел про этот, Максим, дизайн? Про что? Ну, карточки вот эти, которые там, не помню, про чем, вместо паспорта, только которые будут. Ну, на ютубчике эти карточки, да. А, ну не, я видосов не видел, но карточки видел. Типа там будет паспорт, ИНН, да. Что-то там еще не помню. Я просто поржал, да, там видео прикольно. Типа Лебедев опять говорит, что непонятно, где государство постоянно находит таких мудацких дизайнеров, как будто они отдельно выращивают их на какой-то ферме. Типа дизайн это говорит. Да, и типа он говорит, и там на отрывок из Матрицы, где вот как раз там ферма типа людей выращивает, я так ее поставлю, блядь, в... Он серьезно? Он видел свои дизайны? Ну да, ему тоже пишут. Лебедев молодец, как обычно, стандарт, держит планку, говно. Под каждым видео ему там пишут. Я сначала думал, что за дерьмо, типа, он начал делать, а потом я что-то смотрел, начал все подряд его видосы смотреть, в принципе. Ну, а как обычно, говорит ни о чем, но смешно. Иногда.